Всем привет, друзья! В этом ролике хочу я вам показать и рассказать, как не нужно делать и как нужно поступить правильно. В общем, у многих бывают такие ситуации, когда они не могут попасть к себе домой. По той причине, потому что ключ в замке не проворачивается. Эта причина лишь только в том случае бывает, что с внутренней стороны вашей квартиры кто-то либо из ваших родственников закрыл ключ и оставил его в неправильном положении. То есть вот примерно так. А правильное положение это вот так, по диагонали. Это для того, чтобы ты мог снаружи прийти и ключом протолкнуть. Видите? Для того, чтобы пользоваться замком как с наружной стороны, так и с внутренней. Закрывать, открывать. А если вы оставите ключ в произвольном, чисто случайно положении, то есть вот примерно как в этом сейчас, наискосок, то человек, который вернулся с работы или с магазина, не сможет повернуть замок и открыть дверь. В этой ситуации главное не паниковать, если у вас не открывает, вы стучитесь в дверь, звоните, и вам не открывает ваш родственник. Он может быть просто либо уснул, либо этот включил музыку в наушниках, слушает и вас не слышит. В этом случае не принимайте слишком большие усилия для того, чтобы открыть замок, потому что можете сломать ключ. Тогда у вас будет еще одна дополнительная проблема. Вам необходимо просто обратиться в аварийную службу, аварийщики так называемые, которые работают по замкам. Они вам обязательно помогут и приедут очень быстро. Вот, к примеру, покажу, как справиться с этой ситуацией аварийщик, которого вы, допустим, вызвонили, и он к вам приехал. Вы ему объяснили ситуацию, что вот там дома родственник не открывает и замок не поворачивается. Он осматривает ситуацию и понимает, что внутри квартиры оставлен ключ и в неправильном положении. Он принимается за свою работу. Берет инструмент и начинает открывать ваш замок. Итак, вот замочек он открыл. Открыл, но плаг поворачивается в холостую. И в этом случае нужно вот этим вороточком давить внутрь и ловить тот момент, когда вот этот плаг будет также в таком же положении, как внутренний плаг, который находится внутри квартиры. В данном случае он сейчас по горизонтали, грубо говоря, установлен. Соответственно, вам нужно точно так же повернуть для того, и продавить натяжком для того, чтобы ключ в замке выдвинулся.
Вот о чем я говорю. Вот, видели? Это я уже делаю этим вороточком. Оп. Все, ключ внутри квартиры, который выдвинулся. Дальше вы можете спокойно поворачивать плаг вместе с приводным кулачком и открывать квартиру. Также можно взять в дальнейшем ключ для того, чтобы полностью управлять ключом вашим замком. Вот такая вот, вот такой вот секрет, лайфхак, так скажем, для тех, кто хочет научиться открывать замки в подобных ситуациях. Ну и для людей, которые попали в такую ситуацию, я вот снимаю данный ролик, чтобы вы понимали, что есть аварийщики, которые справятся с этой ситуацией без повреждений самого замка, цилиндра и вашей двери входной. В общем, кому понравился мой видеоролик, ставьте лайки, пишите комментарии и можете поделиться данным видео со своими друзьями, знакомыми. Буду очень рад. Всем спасибо. До скорой встречи.